На самом деле, эту монографию написал около 30 лет назад, а издал 22 года назад, в 1995 году. И когда я недавно, ну, нас посещали, ну, руководители Академии наук Беларуси. Высшее руководство. Высшее руководство, в том числе председатель президиума Академии наук. И я показал, рассказал вот об этой монографии. Он говорит, давайте пересдадим в нашем издательстве. Это же серьезная наука. Так. Я ее снова перечитал и убедился, насколько был прав еще 30 лет назад. Здесь главное то, что в этой работе есть, это серьезная аналитика, очень серьезная аналитика о том, что каким должен быть транспорт наземный. И почему нам нужен космос? Космос нужен для того, чтобы создать там индустрию, вынести ее с планеты Земля, потому что человек, человечество, цивилизация избрали технократический путь развития. Ну, дельфины, во-первых, другой путь развития, они не технократы, да? И у них совсем другая цивилизация, да? А люди, это порядка 100 тысяч лет назад, когда там зажгли первые костры, там стали делать первые инструменты, там, копья, ножи и прочее, стали выделывать шкуры, причем они это делали в пещерах, где они жили, готовить пищу на углях, жарить там мясо и так далее, тоже первые технологии, то они в 20 лет стали умирать от рака легких, потому что в их доме, в пещере был смог. И они выжили, догадавшись, их ума хватило это понять, что надо выносить технологии за пределы дома, за пределы пещеры. И стала развиваться дальше цивилизация, и костров все стало больше и больше. В пещере там горел один костер, его было достаточно, а сейчас в нашем общем доме, даже это, наверное, не дом, это комната одна, где нет даже перегородок, это биосфера планеты Земля, это комната одна, без перегородок. Горят только в автомобилях миллиард костров, более мощных, которые выбрасывают канцерогены, в выхлопе больше 100 канцерогенов на уровне лица ребенка. Миллионы костров горят в воздухе, самолеты, вертолеты, да? На море корабли, на суше котельные, электростанции. На один запуск тяжелой ракетоносителя типа шаттла или энергии России, ну, СССРовской, да, делает дыру в озоновом слое размером с Франции, которая затягивается в течение года. Уже подсчитано, что только 80 запусков шаттла в год полностью уничтожают озоновый слой планеты. А озон – это там кухня погоды вся. Там наше здоровье и погода делается в озоновом слое. Причем влияние озонового слоя на климат, на экологию на планете в 1000 раз сильнее, чем промышленность, созданная человечеством. А он разрушается нашей деятельностью. Да? Это все делает индустрия. Потому что мы технологическая индустриальная цивилизация. И эти процессы идут дальше. И их нельзя остановить. У нас 7 миллиардов с лишним. Если это остановить, значит мы просто умрем. Мы не сможем кушать, питаться, одеваться. У нас не будет домов. Где мы жить? В пещеры пойдем. И уничтожить лишнее, как есть такие вот программы античеловечные, еще похуже, чем у Гитлера. Давайте оставим золотой миллиард, и мы туда не попадаем с вами, в золотой миллиард. Да? Это тоже так неправильно. И я-то давно проанализировал и понял, что этот вектор выбрали не мы, и мы должны развиваться в этом направлении, никуда от этого не деться. Мы вынуждены это делать, да? И поскольку техносфера, которую создал человек, находится в той же нише, что и биосфера, то техносфера вытесняет биосферу и уничтожает ее. Это неизбежно. Так же, как биосфера была создана на мертвой планете, и живые организмы изменили мертвую планету
пыльца кислорода, озон, да? Это же отходы жизнедеятельности живых организмов. Почва, коралловые острова, леса, болота, да? Гумус там. Это все отходы жизнедеятельности живых организмов. Так вот, на этом месте возникла индустрия, техносфера, которая делает другие отходы, неорганические, которые вытесняют органику. Кислород не нужен техносфере. Поэтому СО2, смог, СО2, кислотные дожди, почва не нужна индустрии. Поэтому вместо почвы терриконы, отвалы, зола, да? И это процесс неизбежный, и это нельзя изменить. Нельзя так же как изменить, как, допустим, говорят, можно экологические какие-то чистые технологии, замкнутые циклы. Это невозможно. Нельзя корову заставить давать только молоко, а сказать ей навоз, мочу и метан не выделять. Нам молоко нужно. Не получится, потому что корова берет на входе сырье, траву, перерабатывает и разделяет на молоко то, что нам нужно, и на навоз, там, мочу, да, метан, который выделяется в окружающую среду. Да. Но в биосфере это то, что ей нужно, потому что именно на этом она и построена. Так вот также любой завод, любая фабрика, любой технологический процесс берет сырье в окружающей среде, неважно какое, да, выделяет нужную нам продукцию, а то, что осталось, это отход. Но он индустриальный отход. Выбрасывает в окружающую среду. А куда ее деть? Корова же не может ходить с навозом внутри себя и с мочой. Так же? Так и завод не может держать в себе. Он, естественно, выбрасывает в окружающую среду. Эти процессы неизбежны. И я это понял давно, наверное, еще студентом. Потом уже, когда работал и в науке, и строителем, я инженер путей сообщения по образованию. И тогда мне все эти решения пришли. Давным-давно, да? Я понял, что есть только один выход – разделить техносферу и биосферу и вынести техносферу за пределы биосферы, как вот первобытные люди вынесли костры за пределы своего дома. Да? А место, куда можно вынести индустрию, техносферу, только одно – космос, ближний космос. Не на Марс, туда лететь надо полгода, год, и полет будет миллиард долларов стоить. Вот, на высоте 300 километров, где летает орбитальная станция, уже начинается ближний космос. Туда вынести. И там для техники, для индустрии идеальные условия. На планете нет невесомости, а там она есть. Невесомости, например, можно получать пеносталь, которая будет плавать в воде, и будет прочнее обычной стали, и не будет коррозии, будет 100 лет стоять, и ничего с ней не будет. На Земле такую сталь нельзя получить. А эта сталь будет в воде плавать, как пенопласт. Там можно уникальные материалы, конструкции делать, потому что они в невесомости, это легко строится. Любых размеров можно сооружение строить. Потому что они, конструкции невесомы. Да? Там есть вакуум, причем глубокий вакуум. Куда ни глянь, везде вакуум. На световые годы, триллионы километров. Вакуум везде. Вот чтобы получить глубокий вакуум на планете, в атмосфере, да, нужно затратить примерно столько же, сколько стоит тонна нефти. А там он бесплатен. Это важнейший технологический ресурс, вакуум, да. Там неисчерпаемые источники энергии. Вот сейчас ищут на планете, как солнечную энергию взять, как там верить, как там... То ли уголь сжечь, то ли атомные станции, потому что нам нужно много энергии, то ли термояд, давай токамаки там сочиняют, в том числе в России уже за рубежом стали, потратили на термоядный синтез управляемый уже больше 10 миллиардов долларов, и сейчас хотят еще 15 миллиардов потратить, чтобы, возможно, в 2030 году что-то у них получится, возможно. Да? А зачем все это нужно, если есть природный термоядный реактор под названием Солнце? Он работает уже без аварии 5 миллиардов лет, и еще столько же будет работать. Из квадратного метра освещенной поверхности, там в космосе, а там нет снега, дождя, нет ночи на определенной высоте, да, орбите, круглый год может работать. С квадратного метра можно взять киловатт мощности.
Там можно элементарно простейшие солнечные электростанции создать, которые полностью обеспечат индустрию космическую энергией. Там неисчерпаемо сырье на астероидах, на планетах и так далее, на Луне. С космоса до Луны легко добраться, это с Земли сложно. Поэтому там есть все, в том числе неограниченные пространственные ресурсы. Куда хочешь лети, где хочешь живи, создав определенные условия. Да? Поэтому я это понял давно, стал думать над этим. Тем более, что в те вот 60-70-е годы прошлого столетия была популярна идея, вот, ну, тоже Гагарин полетел, там, освоение космоса, заселение планеты, на Марсе будут яблони цвести и так далее, да? В том числе строительство городов Анейла в космосе, где могут жить миллионы человек. И когда я стал анализировать, я понял, что это полная утопия. Чтобы это сделать, нет транспорта, потому что мы живем на планете, и надо транспорт геокосмический, с планеты в космос и обратно. Но если 80 запусков шаттла уничтожают полностью миозоновый слой, а сколько 80 запусков в год? Это 800 тонн полезной нагрузки. Ну, 1000 тонн. А чтобы обеспечить, создать индустрию, обеспечить работу, нужно 100 миллионов тонн в год грузопотоки, а то и больше. Там должны миллионы людей работать в земных условиях, и там можно создать, я знаю, как это сделать. И жилища там можно создать, такие же, как на планете, где будет даже тяжесть. Это с помощью центробежных сил. Где будет почва, где будут сады расти. Это нас тоже проработано. Я давно это прорабатываю. И вот тогда я понял, что нужен другой транспорт. Я его придумал, как инженер создал его, да? Вообще планетное транспортное средство. И это единственное решение, единственное, которое обеспечит вот, решение той задачи, той проблемы, которую я сказал. Это единственное решение, которое разрешает законы физики. Все остальное уничтожит планету, уничтожит людей, любой, неважно, ракета, пушка электромагнитная, космический лифт, безумно дорогой, будет стоить триллионы долларов и не решает никаких проблем, или антигравитация, которая тоже ничего не решит. Но это надо долго объяснять, я пока об этом говорить не буду. То есть я анализировал все возможные варианты выхода в космос. Так? Потому что мы находимся в гравитационной яме, и чтобы выйти в космос, мы должны затратить энергию. Выбраться с этой ямы гравитационной. То есть получить должны первую космическую скорость. Если взять кирпич, разогнать до 8 км в секунду первую космическую скорость, то он будет иметь такую же энергию, как электропоезд, и движущийся со скоростью там, 60 км в час. Представляете, сколько надо энергии потратить и денег, чтобы это вывести. Да? При этом разрушая все вокруг, в том числе зону условий. Так вообще планетное транспортное средство – это единственное решение инженерное, которое выходит в космос, используя внутренние силы системы, не взаимодействуя с окружающей средой. Оно внутри всего сосредоточено, и за счет этой внутренней энергии оно и выходит, и садится. И это единственное решение. Поэтому по экологии вот, другого нет.